я запишу довольно большое количество эффективных рецептов. Первое. Будут несколько лекций для резкого повышения давления. Если у вас резко оно снизилось, и вы чувствуете это, то можно на короткий срок как бы резко его повысить. Есть несколько эффективных методов. И вторые рецепты — это будет лечение. Это будет планомерное повышение давления. Все ссылки на отснятые ролики будут постоянно прибавляться. Также, кто досмотрит видео до конца, увидит 4 анимированных окна. Нажмите на одно из них, и вы перейдете на следующий рецепт. Сегодня я вам поведаю отличный, эффективный рецепт, который многим позволит быстро, на короткое время повысить свое давление. Берем лавровый лист, один лавровый лист, его надо измельчить. Ну, если у вас постоянно происходит такое мероприятие, как резкое понижение давления, значит, у вас уже должен лавровый лист быть такими порциями истолченым. Берете и один лавровый лист истолченый ложите под язык. И держите. Пытаемся немножко как бы рассасывать, но ничего не глотаем. То есть сам лист, который под языком покрошенный лежит, да, такие мелкие, идеально на мелкие такие, где-то по полмиллиметра, полмиллиметра кусочки. В общем, порцию листа держим под языком и пытаемся осторожно его рассасывать. Где-то рассасываем 5 минут. После этого выплевываем все. Давление быстро и резко поднимется на какой-то небольшой срок, и вы услышите облегчение.